сезон. Ой, ой, хорошо. Единственное, хочу передать Донецкую Макеевке привет и своей семье, дочке, жене, которая ждет и любит меня. Я вернусь живой и невредимый. Я вам еще раз повторяю, будем открывать огонь на поражение. Вопросы? Ага. Смотрите, я подойду скоро, на БМП приеду, прямо на Киев, поразите. Бойтесь. А всем остальным моим друзьям привет. Сначала просто поставьте, а потом будем останавливать. Все. Снимайте. Не пачку в деревку нашли. Это другое. Нет, вниз. 8.45. Прицел выставим. Первый. Назад давай. Давай. Во. Назад. Спеши. Чуть-чуть дальше. Даже можно назад. Ну, делай, делай. Ты же видишь бульбочку. Чуть-чуть. Все, все, хорош, он остановится. Еще. Оп, все, все, все. А, у тебя мой телефон, да? Забираю. Мы работаем только с кошечным положением. Так, а может сразу кинуть? Да я так не надо. Руки еланы. Сейчас мне интересно. Интересно будет, когда ответка полетит где-то через полчаса будет. А, правда? Что там у вас? Что-то у меня рация сдохла. Танк. Круговский, скорее всего. Ага. Это за этим домом, да? Да. Это сейчас, получается, отрабатываем и уходим, да, уже? Да. Угу. Задерживаться смысла нет. Уже блядь. Проехали они через площадь у них и доехали до нас. Угу. Не, я просто вам смотри хотел показать, чтобы вы вот оценили, насколько, как вот они говорят, что им так плохо в армии. Ага. И нет у них хуйни. Ох, ёпт. Квартира. Вот смотрите, здесь должен был висеть телевизор. А мы сейчас пока не делаем. Вот так вот укропы жалуются на плохую жизнь. Андрей, вот тут телевизор у укропов должен быть. Снимай. Это вот так укропов жизнь, сука.
Автономное отопление, кондиционер на крыше стоит. Тут воздуховоды с кондиционера идут. Вот это такие вот сиденья. Сиденья супер просто. Спиночки, ручечки поднимаются, все как полагается. Понятно. Раскидывается, все работает. Вот скажи, почему в такой машине не воевать, а? Потом. Вот номер, что новенький. Спасибо за подарок, укропы, блядь. Казалось. Что-то у нас. Подскажи, почему так не воевать, а? Да. Они говорят, тут для них даже такие машины, блядь. О чем там говорить о снабжении и все остальное? Тут просто признавать, что проигрывают, блядь. Таксистам, представителям, так колхозникам, нахуй. Вот они тут думают миф о россиянах, блядь, и о том, что они тут пришли. Без матов не выразиться. Это наши кнопки. Я имею в виду. Аккуратнее. Вот это что же, все машины, это все шукруповские. Это все укропы. Можно открыть на всех дверях бирочки, все одного года производства. Нет, ни одного. Это штабная. Укроповская. Со Степановки. Тоже прямиком с парада, да? Да. Вот она. Я хотел пацанам рассказать, как у тебя кепку сделал, батенька. Было. Да, мы, блядь, согреться, они с квадратами, блядь. Спасибо за скарку, даже. Упало. А и кое-что стрелкало, да? Форма. Куча станция, там примусы есть, эти, блядь, как его, макароны, крупы, вещи, там спальное белье, такое, одежда, форма какая-то есть. Ну, так. Молоко, не надо. Давай тебе пистолет засуну, чтобы я из кармана пистолет так взял. Столовая. Наливайте нам на сегодня и на завтра, там мало же не привезут. Тут же бойцы питаются. Это я встал. Это? Ты разбери с ними, бля, чтобы на меня не было. Да, я сейчас позвоню, разберу. Так. Навте вам сахар. Это здесь я. Вот. Набирай, догонишь. Слушай, на сахар здесь. Печка. А там где?